вечерам мне 8 лет. Занимаюсь ИЗО, в школе музыкой, вокалом, гимнастикой, брейк-дансом. Добрый, хороший, милый. Как мне можно удержаться от такого лица? Ну и красивый. У меня есть два страха. Я боюсь пауков, боюсь темноты. Я сходила на Человека-паука и просто увидела этого мерзкого паука. И теперь я боюсь этого паука. Я продержался в падающем лифте в Диснейленде. Вот мой грейд. Ты поднимаешься на 12 этажей вверх. Открывается окно. Ты просто падаешь. Просто кричал. Но было не страшно. Главное в жизни это иметь семью. Я бы хотел быть похожим на папу. Потому что папа у меня добрый, хороший. Хорошо готовит. И он просто... мой любимый папа. У меня есть старший брат, и мы часто доводим маму. Поездки, покупки. Вот это самое главное. Сначала играем, спим. Просыпаемся в 3 часа ночи, проверяем, есть ли кто-то в доме или нету. Идеальная подготовка. Чтобы дьяволы не забрали. Объясняю. Появилась статуя в 2016 году в Китае. Девушка с ногами курицы. У нее вот такая вот улыбка, как сумасшедшая. Потом хакеры начали просто добывать номера людей и им писать. Там они поменяли свои имена на имя Мумой и вставили фотку из этого музея. И потом эти люди начали просто бояться и погибали из-за этого. Ну, как бы все, вот и все, весь рассказ про Муму. Брат хочет быть режиссером в Марвел, а я хочу актером в Марвел. Если бы я снялся в супергероях, то я бы придумал, конечно же, Капитан Туселя! Я хочу стать взрослым, потому что маленьким надоело быть, хочется поскорее закончить школу. Если я вырасту, то я просто испугаюсь, почему я стал взрослым, я всего вчера был ребенком. И скажу, мам, я вырос, она скажет, вы кто такие? Я хочу остаться маленьким. Я все передумал, я передумал. Меня зовут Аркадий Афиненский, мне 5 лет. Я сегодня кашу и пельмешки. Я себя представляю, как будто я супергерой. У меня есть герой, любимый Халк, у него вот такое лицо. Но я ходил один раз as в костюме Халка, и сказали, что нельзя в таком костюме ходить, потому что все дышит. Я взрослый, но мне приснялся страшные сны. Мне сначала снился этот Слендер-монстр с белым. Он меня потрогал и сразу исчез. Потом мне приснилась Мумо. Она меня потрогала и исчезла. Потом мне приснилась акула. И мне все про сначала акула, динозавр. И она мне все говорит. Аркаша, собери у себя в комнате. У тебя такой бардак. Я чуть-чуть дома не потерял перчатки Халка. И нашел их. Они были на полке. А если я не успею костюм надеть, если они мне приснятся дома? Я только надену костюм, маску не одену. Я их только напугаю костюмом, а потом они засмеются. Я буду защищать только маму. Я ее буду защищать от плохих дядей. Меня так деда учил, вот так. Левый боковой. Мама меня хвалит, когда я все поем, когда я себе денежки заработаю, монетки зарабатываю, из садика зарабатываю. Они золотые, но они меня обманули, они шоколадные были. Я сначала сделал цветок, кому-то подарил, уже не помню, и сделал зайчика без ногок. Мы в садике не знали, как его сделать. Ноги. Но я получил себе
за хорошее поведение. Меня зовут Федя Александров, мне 7 лет. Только не Александров. Меня всегда путают с Александровым, а я Александров. Жизнь в школе идет как по маслу. Все хорошо. Ну, я вообще по жизни хочу стать изобретателем. Я буду пытаться изобретать то, что никогда никто еще не изобрел. Ну, я буду изобретать машину времени. Есть один у меня в квартире такой двигатель, о нем пока никто еще не знает. Этот двигатель, он двигается с такой мощной скоростью, что я думаю, что если я поставлю его на мою машину времени, то она будет так быстро двигаться, что все-таки перенесет меня в другое измерение. Я хотел бы посмотреть на динозавров, ну, а потом еще... В общем, как сложится, так сложится. Родители говорят, что я должен стать не изобретателем, а сказочником. Они говорят, что я придумываю всякую чепуху. Ну, вообще, я умею иногда... Ну, у меня есть 3 суперспособности. Нет, 4. Я умею биться током, ну, молниями. У меня есть суперсила, и я... У меня есть... Ну, в общем, суперскорость. Ну, я буду использовать ее во благо, и как только вернется мой злейший враг, я ему такую устрою. Я люблю кунг-фу, бокс, в общем, единоборства всякие. Ну, я вообще правда люблю подраться с братом, но мы не насмерть деремся, а я прям вот насмерть хочу драться. Да почти все дерутся насмерть. Вы в курсе, что в боксе цель — это окончательно прикончить своего врага? Мне папа сказал, я спросил: папа, а на что они дерутся? А папа мне сказал: кто кому нос первее разобьет, тот и выиграл. А еще я умею колдовать. Ну вообще колдовать я могу только тогда, когда у меня мурашки по рукам. Потому что это действует только так. А молниями я могу пуляться тогда, когда я прислоняюсь к чему-то, ну, такому шуршащему, мягкому. Моя мечта — это стать изобретателем и все-таки изобрести машину времени. Я на химиков пойду. Ну что, в машине времени самое главное — это мозг и... Как его? Химия. Ну, машина времени без химии никак. Но еще я увлекаюсь рассказывать анекдот. Девочка сидела на лавочке всю жизнь и ждала принца на белом коне. А пришел Печка и принес ей печь. Меня зовут Дима Веткин, мне 9 лет. В первом классе я, значит, один раз на уроке специально завел будильник. Он зазвенел у меня, ну, уроки я такой сделал вид, то, что мне позвонили. Поняли, то, что это никакой не вызов мне, а это просто обыкновенный будильник. А этим я хотел привлечь внимание. И когда маме про это рассказали, мама поняла, что вот эту вот энергию, раскрепощенность надо направить в какое-то нормальное русло. Она меня сдала в актерскую студию. Откуда я попадал это во всякие вот фильмы, рекламы и так далее. Но у меня был дебютом, конечно, это полнометражный фильм «Тренер». Да, меня вырезали. Я придумал так, то что будет стоять камера и будет меня снимать. А там палатки, Apple боксы, камеры, вся аппаратура. Когда тебе что-то нравится, просто ничто не может поставить преграду. Ты всю преграду всегда преодолеешь. Либо обойдешь. Почти всем известно то, что в мире есть эффект бумеранга. Ты бросил это хороший поступок, и тебе вернулся поступок в 500 раз мощнее. Ты бросил плохой поступок, тебе в 500 раз мощнее. Лучше, конечно, кидать хорошие поступки, потому что плохие, сами понимаете. Раньше я был задирой, сейчас это... Ну, как-то во мне это чувство пошло на убавление.
причем в хорошую сторону. Люди поступают подло, потому что они думают только... Во-первых, о себе, делают только себе хорошо, превышают какие-то меры, опять же, задиры. Скорее всего, надо задать вопрос. Вот если бы тебе делали так плохо, как ты сейчас делал? Вот именно мне этот вопрос задавали, и я задумался над этим, и это... сказал себе, все, хватит. Мне надоело быть низким человеком. Задирость — это такая вещь. В детстве легче с собой разобраться, чем во взрослом возрасте. Мы плачем, когда нам жалко себя. Когда кто-то близкий умирает, когда кто-то любимый тобой умирает, когда ты понимаешь, что выхода нету. И мне даже жалко людей-инвалидов, потому что вот они такие люди с ограниченными возможностями. Вот. Такие вот люди. Ну, я сам делаю эти выводы. Я сам удивляюсь, как я вот так много болтаю. Первые ощущения от человека самые такие, самые правдивые. Потом человек понимает свои ошибки, одевается в шкуру зайчика, а под шкурой зайчика оказывается волк. Я решил для себя, и надеюсь, это многие, кто решат для себя, то, что первые решения самые... Ну, вот есть даже такое, такая поговорка. Первое слово дороже второго. Меня зовут Василий Дудко, мне 12 лет. Будь собой и не пытайся казаться тем, кем ты не являешься. Это мой девиз по жизни. У меня хорошая память. Anyways, no мне с легкостью удается выучить, допустим, большие тексты и хорошо их рассказать. Сейчас только в конкурсах чтецов участвую в городских районах. Там бывает волнение, когда уже результат. То есть, меня результаты не расстраивают, если у меня, допустим, какое-нибудь там не очень хорошее, не очень почетное место, но у тебя такой адреналин, когда ты ждешь вот этого результата, и когда говорят «лауреат первой степени». Вот у тебя в голове кто, где, когда, почему, зачем. Вот на моем творческом пути поддерживает меня мама. Когда начинал, допустим, не получалось, она могла меня подбодрить. Сейчас я понимаю, что если у меня сначала не получается, надо пытаться снова и снова, пока ты не дойдешь до идеала. То есть с первого раза как у тебя все получится? Ну, конкуренция, она есть конкуренция. Что с ней поделаешь? Всегда кто-то, все хотят занять лучшие места. Все хотят быть лучшими. Ну, это естественно. Я не из тех людей, которые взяли, один раз не получилось, все, ой, ну зачем мне это, может, я и не актер. Я из тех людей, которым сказали на кастинге, ты не к нам, я на следующий год пришел, и все хлопают. У меня цель – получить Оскар. А потому что я хочу стать великим актером, чтобы меня все знали, чтобы хотели, чтобы я снимался в фильмах, режиссера этих фильмов. Если не актером я буду, то хотя бы я хочу озвучивать какие-нибудь, допустим, фильмы, сериалы, мультики. Профессия актера — это большой риск, но человек знает, на что идет, если он хочет это делать. Все равно же надо чем-то жертвовать, допустим, своим свободным временем или частной жизнью. Ну, как без этого? Я заметила, что мне легче играть отрицательных героев. На них больше хочется, во-первых, аудитория смотреть, а во-вторых, у них роль интереснее. Пожизненнее я больше положительный герой. Мужчина должен быть, опять же, когда-то хитрым, когда-то добрым, когда-то умным. Когда-то он даже должен быть наглым. Вот в прямом смысле этого слова. Никогда ты ничего не добьешься, если ты будешь просто спокойным. Я спокойной бываю только в двух случаях. Когда я сплю и когда я ем.
все. Самое главное в человеке — это доброта, отзывчивость и сообразительность. Надо относиться ко всем людям хорошо, даже, допустим, даже к плохим людям. Все мы для чего-то появились на земле. И каждый выполняет свою цель. Я вот здесь, чтобы стать актером. Это жизнь. Меня зовут Вова, мне 7 лет. Я помню, первый раз был зуб, когда мне было 6 лет. Я помню, фильм мне подарил такая штука. Вот такие острые штуки. И еще из этой розы там пулеметик. And guys, actually, this video has 144 views. It's actually the first setting you can actually turn on. And I've got it on 1080p. Which is the highest quality yet. So yeah, that's kind of cool, but anyways, we're going back to the video. Там вниз, 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 вверх, вниз, вверх. Или на барабане. Бас-тон, бас-бас-тон. Музыканты не так много зарабатывают. Очень долго ждать концерт, когда будет. А бойграм ты можешь за один день 3 ролика. It's a cool quiz website with 1,000 quizzes. Я просто ее обожаю. Если хоть один кусочек съем, это просто вкусно. Знаете, я ее вкус не почувствую, потому что болею. Вкус не чувствует. О, как будет вкусно, чифик. А, прям нет вкусно. Будет очень вкусно. Если мне предложили какую-то суперсилу, я выбрала невидимку, потому что спать невидимо. Хотя я запутался. Какую суперсилу. Летать либо невидимка. Меня зовут Я, мне 4 года. Мама идет на работу, а со мной останется бабуля. Бабуля моя самая хорошая. У нее очень много лет. Надо себя вести хорошо. Не делать беспорядок. Не делать салюты из игрушек. Сломаются. Придется их чинить даже. Ссориться — это вредно. А когда тебе грустно, нехорошая погода, мороз, сильный ветер, дождь, лужи. Это очень грустно. Моника — самая красивая девочка на свете. У нее так полно дел, что без моей помощи не справится. Я хочу быть строителем. У них есть каска, защищать, чтобы голову защищать. А я люблю суперсемейка. Такие герои в черных масках. Если я был героем, я спасал мир. Пришли всякие злодеи, ночные ниндзя, я спасал всех от города.
и ничего сложного. Хорошо себя вел и заслужил киндер. Это все. Меня зовут Владимир Борзов, мне 12 лет, занимаюсь театром, то есть жизнь моя принадлежит театру. Я еще не играю, я только... Меня готовят выпускать к спектаклям. Занимаемся сценическим движением. Это когда там жонглируешь мячиками, фальшиво падаешь. К примеру, я вот у нас последнее занятие было на фальшивое падение, когда нужно было идти. И... Есть грань между падать фальшиво и падать настоящее. Если падать настоящее на каждом спектакле, то к пятому тебя увезут на скорой. Ну, а вот я фальшиво, но реалистично. And by the way, guys, I'm gonna stop this for a second. This video is unlisted, as you can see here, and it was uploaded on the 28th of February 2019. And I'm watching it right now. You see? Yes. I think this is the first time I'm watching me putting an unlisted video. This kind of video, but anyways, no more talking, let's go back to the quiz and the video. Театр я люблю за то, что он рассказывает историю и идет энергетика от актеров, которую нужно уметь дать и почувствовать, ну, зрителям. В видеоигре я во многом из них беру философию. Многие сейчас обобщают это к примитивным пострелушкам. На самом деле не так. Есть игры, в которых есть философия, которая даже глубже, чем во многих постановках. Пробивает до слез. То есть это сочетание организма и восприятия моего. То есть мой организм воспринимает это так. Слезами. Есть люди, которые воспринимают игру безразлично. То есть не испытывают эмоций. Я испытываю эмоции. Я вообще очень люблю Queen. У меня в плейлисте там Queen, Red Hot Chili Peppers, все такое. У меня семья такая. Ну, от рождения я живу в такой семье. У меня в основном этому поручил средний брат. Он меня хвалит, говорит, что у меня все хорошо, все получится. Каждый человек рождается зачем-то. Он никогда просто так не рождается. Только мы реализуемся. Некоторые люди смогут реализоваться, которые делают что-то. А некоторые люди не могут просто реализоваться. И они нужны этому миру, но они не могут себя ему предоставить. Я в театр тот же самый хожу. Я думаю, может найти себе какого-нибудь, найду нормального, ну, друга, которому будет интересно и все, чем я занимаюсь. То есть, которому будет интересен театр. Прихожу в театр, и мое впечатление некоторых учеников — это просто взрыв мозга. На уроке сидит в телефоне. Когда объясняет преподаватель, как нужно что сыграть, что показать. И... просто сидит в телефоне. Меня убивают такие люди просто. Я не знаю, зачем я появился. Ну, наверняка, чтобы позаботиться, к примеру, о своей маме. Чтобы найти, к примеру, работу и за ней заботиться, так как она заботилась о нас. Вот я так понимаю свое предназначение. Меня зовут Нико Голдава, мне 13 лет. Моя жизнь вообще связана с театром. Я хожу в ДМТА. Вот недавно поступил. До этого я ходил в театр Ералаш. Очень много, на самом деле, правда, увлечений. И стоп-моушен фильмы снимаю. Сейчас у меня очень крупная работа. Один очень фильм большой я сейчас делаю. Спидкубинг. Это то, что собираются быстро кубики Рубика на скорость. И еще баскетбол. Я хожу на баскетбол. Я на самом деле к критике очень нормально отношусь, я ее воспринимаю нормально. И при этом я воспринимаю критику, которая правда оправдана, где есть, то есть эти аргументы. А не просто так, это то не умеет. Что он не умеет? Ты объясни, что мне не. Я просто не трав, я как будто слушаю, хотя на самом деле. Ну что для мужчины самое главное? Alright, I'm gonna view some more pictures of him. Во-первых, мужчина должен быть готов ко всему. Должен быть закалён. This is how he looks like when he was younger. Надо быть готовым, как говорится, ко всему. That's a pretty good Christmas decoration. Here's that same picture again. Кажусь с одной стороны. Yeah, that's a beautiful Christmas tree. Умный такой, да, все дела, строгий в какой-то мере, да. There's that same picture again. They're like three copies of this picture and snuggy himself.
актер. Yeah, and there's him again. Необычный yep. человек. Правда, so many pictures of this kid named Nico. То, что по сути и нет. There's he has some balloons with him, and он правда. Oh, this is actually his very first post on VK. Как будто бы на его происходит. Anyways, we're going back to the video. Профессия очень сложная в том плане, твоя душа страдает. Ты отдаешь всю жизнь этому театру, да? А был ли смысл, по сути? Актер — это такая профессия, что... Wow, this video is 25 minutes. На нее не каждый может решиться, потому что она правда очень сложная. И все эти актеры, они всю душу отдают. Меня зовут Платон Савин, мне 9 лет. Больше всего я люблю сниматься в кино. Я смотрю свои работы, когда они выпускаются, да. Первый день съемок у меня происходил вообще. Эмоции были такие, что вообще моя любимая роль была эта, которую я сейчас снимаю. Потому что та роль мне просто... В этом кино я разговариваю, что там нужно было... And it would have been Christmas by then. And which some people celebrate Christmas in July. So they want to celebrate in July, but I'm not sure. I don't think my country is one of those countries that celebrates Christmas in July, but I don't know, whatever. No more talking, and let's end the video. Пекинскую утку и запивать вином. Вино мне бы хотелось, но мне его не разрешают. Это моя фантазия всего лишь. Чтоб человек стал моим другом, он должен... поддерживать мои интересы и относиться с уважением для меня, вот. Нужно сначала просто начинающим актерам сниматься в рекламах начать, потому что они не такие сложные, как кино, потому что в рекламе одна смена, а в кино там по 6-7 смен, ну, для детей. У меня все получается легко. Goodbye, everyone.